в ночи по дороге в Бухару. Не доехали немножко, тут осталось километров 15, наверное. У нас газ закончился, заправляем машину газом. Попытка номер раз. Golden House. Золотой дом. Миша, нам да. Что надо? Два номера, да? Да. Двухместный и трехместный. Да. Да? Да. Все, пошли. Двухместный, трехместный номер. Ну, пятиместных, наверное, нету. Нет, это не положено так, Лиль, ты что? Да. Это что, двух, трех, трех? Душ есть, туалет? Душ, туалет. Две кровати. Два одеяла, что было. Есть. Есть. А то мы, у нас меню это. Все отлично. Шуметь не будем. Там не холодно? Вот, видите, как... И душ есть, и туалет да, есть, да? Да, да, все на есть. Ну что, нормально? Да, 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 нормально. Все. А завтра продолжим, да? Да, утром. Что продолжим? Все продолжим. Движение. У тебя получилось денег? Получилось денег? Все. Мы заселились в 202 номер, у нас номер вот так вот выглядит. Телевизор, стол, диван, кондиционер есть, туалет, душевая. Ну все очень даже все прилично. Посидели, поужинали, приехали. Доброе утро, друзья. Мы выезжаем из гостиницы Golden House, посмотрите, в которой ночевали. Вокруг стоит туман, изморозь. Сегодня у нас 2. 2 января. И мы едем в Бухару. Да. Мы в ней только, мы в Бухаре, да, но мы сейчас едем в центр, да? Поехали. Сейчас. Миша же. А, Миша, да? Въехали в Бухару. Утро, сейчас 10 утра. На улице туман. Деревья инею покрыты все. Ну что, друзья, вот мы в Бухаре. Салам алейкум, Бухара. Правда, мы приехали в такое время, когда стоит туман, большой-большой туман. Получается центр, да? Смотри, старые стены Бухары. Угу. Туристов много здесь. Да, очень много туристов. Вон туристы. Зайдем, да? Да-да-да. Утки знакомые. Это же это на кедр похоже. Посмотри, какие длинные иголки. А, кушай, кушай. Что вот это вот? В Сибири растет кедр.
Вот точно такие же длинные иголки. Но это не кедр. Это не кедр. У кедра шишки у нас. Мы... Вот, натерли. Смотри, как ему стерли это все. Давайте я сфотографирую, подойди. Я тоже его потерла. И вот. Давайте рядом, Как красиво, боже ты мой. А? Да. Да? Как скажешь? Я же не знаю, куда идти. Тоже не знаю. Да ладно, ты здесь вырос, ты здесь жил. Я Хорезм. Нам далеко. Теперь, когда был вот, в Хорезме... Хива, он... Хива близко нам, да? Да. Вот, я в жизни два раза, три раза был там. Все. Серьезно? Да. А потому что рядом. Рядом, да. Кажется, всегда вот, успею, там, всегда это... успею. Эрмитаж. Ну, я Эрмитаж не был на этом. Петергоф там несколько раз. Ну, да. Какая красота. А вот это уже не майолика, это уже этот... как он? Мозаика. Это мозаика уже. О, ремесленник сидит. Это же было медресе? Вот это, нет? Это медресе? Да. Да? Магазинчики, магнитки, подставки для книг, шкатулки. А туристов не так и много. Я думал, что будет больше. Да, из-за этого. Нардыш, нарды, шахматы, все ручной работы. Куда пойдем? А? В мечети утки живут. Да, это индюк, по-моему. Это утка. Утка? А ты смотри, какое дерево старое. Я думаю, что оно очень старое. Какое дерево? Которое они били. Одно гнездо сохранилось в возрасте его 100 лет. Оно там старичество. Гнездо он там с той стороны. Последние 17 лет перестали прилетать, потому что стало жарко, сухо, шумно, что им не нравится. Но если на непосредственно на железном дороге ехать, по пустыне на высотных линиях, можно увидеть. Сейчас не уйду. Это трутовик. Вот это? Да. Тутовик? Тутовик. Он выпивает 600 литров в день. Ну, это и да. И специально садит, потому что болотистое место... Вот она сказала, вот это дерево тутовик. Ага. В сутки выпивает 600 литров воды. Потому в сутки. Потому что болото, чтобы осушать, вот эти стволы... Их и сажают в местах, где заболоченность. Карагач 1000 лет он тоже. А вот тот карагач, она сказала, 1000 лет ему. Самое старое.
какая-то, не то? Да, вот где аист. Сейчас аист не стала прилетать, потому что очень сухо стало. Карагач. Салмерка. А, сувенирный магазин? Всех... Не мне. Такая... Бабулька сидит. А, это не гостиница? Ну, просто посмотрим, да и все. О. Какая резьба. А, никто не приехал, все остались. А я снимаю, потому что постоянно. Какие голуби, интересные. Что там закрыто? Видно? Подходит, сразу умывают, да? Вот это вот очень удобно. Угу. Везде. А ну все где-то находится в одном месте. Даже ты помнишь, что список читал? Сервис. Медресе. Вудкарни. Дегустация вин. Медресе. Дегустация вин. Нет, не здесь, сюда дальше. Мудапа. А ты торт айвал оферу. Ой, ой, кафе. Да, вот торговый. Вот летом, кстати, на роликах, вот здесь вот стоят торговые лавки, они все сидят вокруг. Да. Еще старая, смотри, старая мозаика осталась, да? Слова, это самое, текст из Корана. Пойдем. Это ее слабость. Она так любит все эти кувшины. Она говорит... О, так это вот вообще антиквариат. Смотри, старинный просто. Какая пьеса. Ты же все выкопал. Кувшины. Вот это мы зашли. А вот это, кстати, это водопровод. Канализация. Канализация. Ну да, канализация, водопровод. Вот это. Хиви увидел такую канализацию. Да? Они даже говорят, сейчас не знают, что вода куда идет. Куда не найти. Не найти, да. Ну, там не остается воды, снег, дождь. Вот такой найти. Золотых червонцев. И все. Весь Узбекистан. Вот веришь, нет, я бы с тобой бы поделился. Куда мне столько? Давай фотографируй. А
Да. Ну вот это-то старинное видно, да? А, и бутылочки, смотри, какие старинные бутылки. И граненые, и такие. И трубки, и чего-то только нет, и свистульки. А вот это что такое? А, хотел сказать, что это шипы для, от лошадей, ну, чтобы копыта встали, да? Но это что-то другое. Может быть, это подсвечник ставить? Угу. Красиво. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Спасибо. Спасибо, вас тоже. Да, ее тоже, наверное, много-много. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, красота. Вот арба, да? Ага. А вот туда... Миша, да мы отправим посылку ему. На счастье. На счастье мы ему отправим. Это не так счастье. Это Боинг 747. Вы что? А, ну такое мы видели уже, да, в этом, в Хиве. Ага, вот с этими железными шипами. Вон кошки едят тут. Где же кошек? Нет, удивительно, кошек здесь мало. У нас они там на каждом шагу. А, кошек, да, кошек здесь мало. Вообще мало кошек. Фото, видишь, какой фотоаппарат старинный. Это не современный вам, да, здравствуйте. Можно сесть, взять книжечку и почитать на лавочке. О-о-о. Сундук какого-то хана. Чингисхана. А! Наша выставка была в Санкт-Петербурге. Холодно. Ох, какие красивые фотографии. Ага. Вот бывает много снегопада у нас тоже выходит было. Это в 2016 году. Это столько снега было? Да, да, было. Много снега, вот вместе пошли. Они держались, снег был мороз и так далее. Но эти фотографии вы делали все на пленку. Да, да, это пленочные, да, это пленочные, да, потому что сейчас, да, совсем по-другому, да, она смотрелась бы, если бы, конечно, цифровая. Да. Некоторые есть сейчас, ну где-то 5-10% цифровые. Цифровые есть, да? Мне, честно говоря, больше черно-белая нравится фотография. Она не рассеивает внимание, она концентрирует изображение. Да, да, да. Это дедушка Бухарский еврей, это Жарин. Раньше Бухаре много жили евреев, на 90-е годы. Многие тут не евреи. Сейчас у нас 10-15, и школа есть хотя бы, и синагога. Это Фолшу приз 98 года, когда был фонд у нас, и конкурс. Ага. Ну, так это на Великий, некоторые на Стравикамбе, тоже такой работал. Недавно вот это Фолшу приз во Франции. Вот это, да, работает? Она сама шла из России, но она так хотела, чтобы одеваться, как бы, после девушки. Получился удачный год, когда отправили на конкурс, вот, на 25 лет, молодец, среди много фотографов. И подарили ему маленькую кино. Дедушка был
100 лет, когда снимали, 3 года назад. Uh-huh. Хорошо, что успели, но скончался, мне жалко. Ну, такой вообще образ. Да, да, да. Старые добрые камеры. Да, да, да. На что снимали наши родители? Да, на всех вот этих мировых. Кроме вот этого, это германская, немецкая камера. А вот это вот, да? Да, до 40-х годов. Uh-huh. Нам подарила именно штука, сам въехал. Цейсовская оптика, наверное, да, там, любитель. А там вот, как знают, Киев называется. Ну, ну да, да, да. Любитель. Фейт, любитель. Фейт, у меня у отца зоркий, зоркий С был. Фотоаппарат фотографировал. Очень удобно и просто обращение. Да? Если хорошенько вот овладеть, хочется отлично работать. Но разница сразу видна между цифровой съемкой, да, и пленочной. Да, да. Разница разительная. Да, то, что иногда, что... Ну, если некоторые сейчас фотографы, даже любители, уже стали снимать, ну, перешли на пленку, то есть. Да, если да, да. Пленку, если есть возможность, покупают, да, пленку, да, и фотографируют. Я бабату, там, более, так, так, здесь вот тоже вот. Это есть такая игра «Козла драны», говорят, «Улак», ага. Это популярно в Монголии, Средней Азии, например, в Казахстане. Это как бы спортивно, ну, во время ссоры между воинами, ну, воины стали тренироваться. Да, да. Берут тушу козла, обезглавливают, и ловкий сам должен захватить. Захватить ее. До финиша должен отвести. И поэтому все толкаются, чтобы... Кто схватит, да, кто схватит. Его ждут, потому что большой приз, потом победитель. Да, где-то он... Например, где-то под ногами. Ну, может, падает, может, кто-то урывает от вас. Или, ну, конкуренция там. Поэтому они так одеваются, чтобы безопасность была. Шлем у нас. Да. Ну, здесь моя работа. Это ваша работа? Да, да. Кроме вот это нашего старшего друга. Он художник сам. Он снимает, ага, свою квартиру. Это мечеть. Просто было поздно, да, осень. Там была как бы туманная погода. Туманность. Да, и она как бы испарение идет. Нам сегодня с погодой не повезло. Да. Хотя... Ну, 40 как бы, как Петербург, ну, что после обеда... Как в Петербурге, да? Да. Ну, что, ну, хочется увидеть именно красоту. Мы приехали увидеть, да, эту будет, красоту. Будет время. А как, в какую сторону идти, чтобы посмотреть вот центральный вот этот вот крепость? Да, да, вот я вам покажу недалеко. Ага. Там, хорошо. Буквально 15 минут ходу. Хорошо. Там, может, посмотреть. На мостке играть, и там отражение там. Ну да. А вот это наши ребята, мои друзья были там, и Бухарский, это манеж был у вас. Вот это вот выставка, да, была? Посмотрим. В 2008 году. Да, да. И с 2008 года так не было больше ни разу? Не, не, были по Европе. Ну, были? И за уши, мы так сейчас, да, в Иране, например, другие. Ну, а так России была в Петербурге и Москве. Uh-huh. А другие регионы были в Германии, например, по Европе. В Америке, Москве, раз было. Ясно. Да, да, да. Если караван-сарай, то значит, как гостиница сейчас. Спасибо вам большое, Рахмат. Спасибо вам большое. А нам сейчас выйти и налево, да? По дороге, по каналу, там вот эта дорога прямо ведет в арку. Ага. Потом сзади арка есть большой минарет. Там все комплекс там. Ну, там еще видно будет. Вот. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Ой, да. Спасибо.